Всем доброго времени суток. У нас очередные три посылочки с сайта AliExpress. Пришли к нам укрпочтой. Так. Режем. Так, вот таких вот три посылочки. Так, и начнем с этой, самой маленькой. Самое интересное, что здесь. Аккуратненько так резать. Угу. Что же у нас тут такое маленькое может быть? Но я даже не помню, что здесь заказывали. Тут у нас, ага, вот этот переходничок пришел. Вот он, этот переходничок, по которому я, в принципе, открыл спор. Я его закрою. Скажу продавцу, извините, товар ваш пришел. Так, посмотрим, что он тут, для чего предназначен данный девайс. Так, в принципе, он предназначен у нас. Стоит он там копейки, он предназначен, чтобы телефоном можно было читать флешки. Но флешки у меня сейчас нету под рукой. Ну вот так вот оно тут предназначено. Так вот снизу вставляется. Вот. И сюда вставляешь флешки и можешь просматривать содержимое флешки. По идее, флешки у меня. Есть какая-то под рукой. Я сразу протестирую на месте. Так, вот так вот. Включаем флешку. В принципе, никакой реакции я не вижу. Не знаю, будет она работать. Не будет. Что-то никакой реакции она не дает. Никакой подсветки. Ничего. Ну, в принципе, вот так вот она предназначалась. Разберемся. Так, что у нас следующее? Больше ничего нету. Так, интрига. Вот тут поновочка. Такая вот заколочка. Такая вот заколочка. Так, для моей пузы заказал вот такую заколочку. Заколочка такая вот. Заколочка. В принципе, вроде бы все работает, ничего не сломано. Такими вот бабочки. Такая вот красивенькая, симпатичная заколочка. Так, и.
Так, и смотрим, что же у нас здесь. У нас здесь кофточка. Как я и считал. Кофточка. Что же у нас здесь представляет? Она вот такая вот кофточка. Вот такая вот, вот такая вот, вот такая вот. Так, где у нас вперед? А, это у нас зад. Так, сейчас мы возьмем наперед. Вот у нас данная кофточка. На ощупь довольно-таки такая вот интересная, приятная. О, так, рука у нас вот такого вот материала. Довольно, ты знаете, так. Качество вроде бы ничего. Так, есть какие-то ниточки. Что у нас тут, покладочки? Ну, вот такие вот швы прострочены вроде бы без браков. Вроде бы как без браков. Так, у нас тут кожаный ремень. Кожаная вот такая вот уголочка, замочек. Ну, думаю, потом выложу фотографию данной кофточки. Так, бирочки у нас тут. Бирочек никаких я не вижу. Бирочек у нас, походу, нету. А, нет, есть какая-то вот бирочка. Так, что у нас тут на бирочке написано? Полиэстер, картон, маденчин. Вот такие вот у нас сегодня посылочки. Сайта AliExpress. Всем, в принципе, спасибо за внимание. До новых встреч. Все. Подписываемся. Смотрим внизу ссылки на товары. До свидания.